В Брестской области в связи с установившейся прохладной погодой и неблагоприятной эпидемиологической ситуацией включено отопление. Этому предшествовала большая кропотливая работа по подготовке предприятий к работе в осенне-зимний период. Есть много документов, которые регламентируют порядок организации деятельности в отопительный сезон, главный из которых – паспорт готовности. Все ли предприятия успели его получить? На этот вопрос отвечает директор филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области Олег Дейко. В связи с понижением температуры наружного воздуха и с учетом прогноза погодных условий, всеми городскими и районными исполнительными комитетами Брестской области принято решение о начале отопительного сезона. Сейчас осуществляется включение систем теплопотребления потребителей согласно очередности по графикам, утвержденным энергоснабжающими организациями. Подключение возможно только при наличии паспорта готовности потребителя к работе в осенне-зимний период, зарегистрировано в органе Госэнергогазнадзора. Паспорт готовности – это не просто документ, это прежде всего безопасность потребителя, ведь качественно. Организация эксплуатации оборудования и его техническое состояние – залог бесперебойной работы в отопительный сезон. Большинство организаций на Брещине готовы на 100% и уже получили соответствующее разрешение. В структурных подразделениях филиала Госэнергогазнадзора по Брестской области зарегистрировано 98,5% паспортов готовности потребителей тепловой энергии и 98,7% паспортов готовности теплоисточников. Зарегистрированы все паспорта готовности предприятий Министерства энергетики, организаций системы жилищно-коммунального хозяйства, учреждений здравоохранения, образования и других объектов социальной сферы. В то же время имеется ряд коммерческих организаций, которые на сегодняшний день не зарегистрировали паспорта готовности. Поэтому надеюсь, что они проявят сознательность и в ближайшие дни это недоразумение будет исправлено. Да, отопительный сезон начался гораздо раньше положенного срока, но это не является оправданием для тех, кто еще не самоорганизовался. Отсутствие зарегистрированного в филиале Госэнергогазнадзора по Брестской области паспорта готовности является административным нарушением и влечет наложение штрафа в размере от 1 до 20 базовых величин, на индивидуальных предпринимателей до 100 базовых, а на юридическое лицо до 500 базовых величин.